Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Героиш. Ну что, начало, мы начали кампанию за зверей. Наш предводитель, медведь Бульвар. Поэтому продолжаем, конечно же. Интересно, во что это все выльется, вот что самое главное. Так, мы имеем только лишь второй уровень. Сосунки еще мы на самом деле. Давай, наверное. Так, а улучшить мы можем что-нибудь? Ну, осы это вообще ни о чем. Вот серьезно говорю, осы это полный бред. Этих, что ли, прокачать? Ну, давай прокачаем немножко этих. Мышь-разведчик. Обычный воин ближнего боя получает больше брони из всех источников. Из всех. Надо вот эти вот, наверное, прокачивать. Удары. Потому что если он у нас массовик затейник, то без этого нам просто не обойтись. Верно? Верно. Ну что? Да ёк-макарёк, всякие бумажки тут под руку лезут. На столе бардак. Друзья мои, видели бы вы, что тут у меня происходит. Ну ладно, второй уровень, я думаю, что... О, сундук. Так, еще 450 монет у нас в копилочку упало. Ну я, наверное... Слушай, меня раздражает тут шоркающаяся нежить. Вот нет такого... О, смотри-ка. Кристальная шахта. Как думаешь, потянем? Мне кажется, нет. Для второго уровня, мне кажется, мы слабоваты еще. Давай вот этих вот орду скелетов попробуем порвать. И если у нас все получится, то наверняка мы получим левелап. А левелап это новый юнит. И новая прокачка. Что на этот раз? Неудачники с равнин. Не смешите меня. Мне нужно выстоять против этих вражеских волн. Так, а мы это и сделаем. Причем в легкую. Надеюсь. У меня вот как раз суперудар накопил. Сейчас будем рвать их. Ух, как он красиво шмаляет, бомбит. На, побежали. В испуге. В испуге, я сказал, побежали отсюда. Так, где-то мои мыши. Так, вот тебя тут только не хватало. Блин, какие мы слабенькие, ё-моё, у меня... Слушай, а эти-то осы вроде бы неплохие. Неплохие в том плане, что они, по-моему, отравляют противника, не? Показалось, наверное. Блин, не хватает у меня энергии. Слушай, что-то вообще как-то жестко. Побежду... Я даже первую волну еще не победил. Ну давай, бомби хотя бы их. Ладно, сейчас возродимся. Блин, ну если орда это сейчас подбежит сюда, то будет плохо. Да что ты? Да ну, какой-то он ватный, ребят. Наказывай, наказывай, наказывай их. Двигается опасная волна, а до этого это было не опасно, так просто прогулочки, прогулочки что ли, блин. Надвигается опасная волна, молодцы. Вот это вот, конечно, бесяво, что они... Да... Просто моментально запинывает. Так, ладно, здесь справились. Давай вот с этим скелетом разберемся. Все. Оху, эти жулики пали при виде истинной славы. Скажи, парень, сколько ты раз упал? При драке с ними лучше. Радуется. Вот, кто это такой у нас? Надо посмотреть. Надо посмотреть, что это за новый вид. Так, воин дальнего боя с атаками по области, который отравляет врагов. Мне кажется, от него толку будет, как от козла молока. Ну, это все несерьезно. Я говорил, что животные это, по-моему, самый слабый класс в игре. И это так оно и есть.
Ну что я вот, имею третий уровень. А, второй уровень. Вот кого мне тут бомбить, извини меня, на этом уровне? Это третьего уровня там бандиты ходят. Тут четвертый уровень. А действительно, кого бомбить-то мне? Ну давай попробуем в кристальной шахте повоевать. У нас просто выбора больше нету. О, король Булви, хорошо, что ты здесь, господин. А, что случилось? Нас атаковали имперские солдаты. Похоже, этими имперцами управляют проклятые. А этот портал истощает ядовитый газ. Ха-ха, проклятая магия. Ну, проклятые, не проклятые, блин. Чё там переводить? Что-то мне это знакомо до боли. Как все. Блин, ну это же трэш. Ну-ка еще, можно? Можно еще? Да в плане нету. Так правильно нету, потому что времени-то сколько? Куда же он поехал-то? Да ну, друзья, это полный шлак. Шлакодер. Смотри. Насмешил ежа лопатой. Я офигею, блин. Я помню, мы такую штуку с тобой уже где-то проходили. Также мы отгребали по полной программе. Точно, точно так же. Мой камень души уничтожен. Да потому что... Блин, мы имеем второй уровень. Где мне прокачиваться? Ну не на пятых же уровнях, ё-моё. Ну это не серьезно. Ну пятый уровень. А тут нет бойцов больше, которые ходили бы и на которых я мог бы прокачаться. Вот. Это лесные чемпионы. А, у нас вот тут есть еще проход. Ну давай попробуем, блин, на бандитах. Я не уверен, что что-то получится. Не идут. Испытание. Пора снова проверить свои силы в славном бою. Мне нужно выстоять против этих вражеских волн. Мы только это и делаем, что выстаиваем против этих вражеских волн. Пошел я кромсать, короче. Ну, бросай свои бомбы. Ты серьезно? Тут... Называется, ты бросил бомбочку свою? Как же это все нелепо смотрится, а? В ярости напугали. И кромсаем со спины. Ой-ой-ой, да какой ты булви-ватник-то, ну серьезно, ну. Ох, ох, какие ох. А куда ты бежишь, а? Так, там еще и катапульта едет. Так, шуганем их. Пошло вроде дело. Так, продвигаемся. Да конечно, куда же без вас-то, ё-макарё. Без рыцарей-то, без этих. Почему у этого Булви так очень быстро заканчивается здоровье? Вот объясните мне, пожалуйста, на милость. По идее, медведь здоровый. Ну такой ватник. Да неужели? Миссия выполнена. Как обычно, враги дрогнули передо мной. Так это смешно звучит и нелепо. Дрогнули они перед ним. Ага. Они, наверное, посмеялись нам вслед. Ну, третий уровень. Кто-нибудь дадут? Филин какой-то. Филин.
Ну, давай по нем посмотрим. Улучшить. Кто ты? Летающий страж лесов, который обнаружит вражеских воинов и набрасывается на них, нанося продолжительный урон. Прям набрасывается на них, да? Как ястребок, что ли, ё-моё, набрасывается он на них. Ладно, посмотрим. У нас все равно нет выбора. Нет, кристальные шахты я не пойду. Ну, блин, ну неужели на демонов нападать 5 уровня? Кипарисовый мыс. А я могу вернуться обратно вот в старые локации и там что-нибудь найти себе, не? Нет, я не могу туда выйти. Ну, тогда это бред получается. Лесные чемпионы. Пойдем сюда, попробуем. На основное задание, так сказать. Офигеть там. Мясорубка. Мордук отправляет околдованных имперцев в мое пограничье. Мне нужна помощь чемпионов леса. Всего их трое, но у меня есть время спасти только двоих. Почему только двоих? А что с остальными? Ну давай сюда сбегаем. А, это вот и есть герой, да? У меня есть время спасти только двоих. Понял. Прекрасный. Так, вот этот конник, конечно, да, вот, жестковат. Один чемпион завербован. У меня есть время спасти еще одного. Нельзя терять время. Так, еще один, значит, да? Ну, ладушки, погнали, друзья. До прибытия имперцев 54 секунды. Это... Подожди, а, это наш. Боевая черепаха Хилл. Куда же вы, красавчики? Папа с вами еще не разобрался. Так, заглянем сюда. Куда ты побежал-то? Я не собирался выходить вообще-то. Начнем с этого. Имперцы уже почти здесь. Нужно защитить деревню. Так, подожди. А где... А где еще-то один? Я вот что не могу врубиться-то. Может быть там? Куда это мы? Имперцы уже здесь, бей их! А, ну двух чемпионов, ну правильно, все, двух чемпионов мы только можем. Вот мы с тобой черепаху, видимо, освободили и... И воин. А дальше-то почему я не могу идти? Подожди, а что за тупик-то здесь? Там тупик. Давай, родные. Разносим этих имперцев. Лже-имперцев, я бы так сказал. Потому что... Да что такое-то, я не пойму. Почему пройти-то не можем, блин? Нам просто надо выстоять против волн или что? Я вот этого не могу врубиться сейчас в данный момент. В чем прикол? Страж стоит здесь. Ну, допустим, пускай стоит здесь. Я ничего против не имею. Здесь-то почему происходит такое?
как это ему понять? Почему вот дальше это я не могу пройти? Ага, значит, все-таки... Нет, не могу я туда пройти. Что бы я ни делал. Этот наутек побежал. Да как ты меня запарил, а? Осы, осы, осы. Черепаха только сейчас вернулась со своим мега-отхилом. Ну и правильно, молодец. Кромсаем, кромсаем. Сейчас погибнем, блин. Сова, ты куда полетела-то? Сейчас лупану. И это еще не все. Это еще не все. Ха-ха-ха, у этих имперцев нет шансов. В бою с разъяренным медведем. Я бы сказал, мы вбили в них капельку здравого смысла. Ну это ты так считаешь. Так, награда. Едва удалось, в качестве благодарности племя Листа попросило своих плодометчиков присоединиться к нам. Мы можем сразиться и со злом, и с имперцами. Это правда, мы с Флином разберемся с нашими людьми. Тебе нужно объединить племена зверей, затем мы встретимся в проклятых землях. Поищем там мага, который сможет сыграть на этой скрипке. А после вместе сразим грозного Мордука. Окей. Ага, у нас открывается новый путь. Ракочущий хребет. Жизнь — это тяжкая битва. Бросьте вызов предводительнице каменного клыка, чтобы заслужить ее расположение. Годится. Текс, это вот не анализ случайно, нет? Мать-медведица. Да я вначале схожу, хотя бы чуть-чуть прокачаюсь. Опа, сундук. Халявочка. Так, улучшить. Погоди, не понял. А где осы-то у меня здесь? Давай вот их прокачаем. А то как-то без ос не очень хорошо. Ну и, наверное... метателей. Все. Прокачался. Намного, конечно, хватило. Ну что же, пойдем попробуем столкнуться с мать-медведицей. Получится у нас ее одолеть. И вновь враг склонился перед моей мощью. Мне нужно разобраться с этим камнем души. Попробуем. Ой-ой-ой. А. Давай-давай, лупаш ее, чтобы она отступила. Иди. Блин, а ее не напугать. Она не поддается страху. Хорош. А вот и камень души. Че? Ребята, сейчас разнесем его в 3 секунды. В щепки просто. И к нам присоединится медведь. Победа за мной. Вот как нужно показывать лесу мощь гор. Ну, здесь согласен, здесь ты проявил себя. Довольно неплохо причем. Новый уровень и награда. Кто это? Подожди, это же медведи-барабанщики, насколько я помню. А не медведицы. Сейчас глянем. Улучшить.
Воин ближнего боя усиливает союзников поблизости, повышая их урон и скорость передвижения. Окей. А сам-то он атакует? Я вот не помню. По-моему, атакует колотушками своими. Ну что, у нас 4-й уровень. Колода у меня какая? Так, ну вот это вот можно отсюда убрать. А вот этого, наоборот, добавить. Да и вот это бы я тоже бы убрал бы на самом-то деле. Блин, а это что у нас такое? Кипарисовый мыс. Почему-то кипарисовый мыс для меня закрыт еще в данный момент. Так, ну у нас вот здесь вот тропинка открылась. Ага, ага, вот. Тут уже на равных. Тут и нежить, я смотрю, шелестит своими костями. Тут у нас и бандиты. Давай-ка, наверное, мы нападем на бандитов. Главарь бандитов. Попробуем его сейчас в смятку. Почему этот слабак бросает вызов королю? Нужно разбить этот камень души в дребезги. Тут я с тобой не поспорю. Начнем уничтожать его. Что ты? Но он ватный. По-моему, король, ну, этот, главарь бандитов, самый ватный персонаж. Как по мне. Катапульты вот еще никто не отменял. Давай, 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 давай. Бомбим. Его тоже не напугать этим рыком. А вот и камень душ. Все. Так быстро. Да все, 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 все. Хорош, чтобы выпендриваться. Если собираешься бить короля, не стоит мазать. Не стоит мазать. Согласен. О, да. О, да. Этого Йети я давно хотел получить в свое распоряжение. Неповоротливый минотавр, замораживающий воинов и замедляющий героев. Это минотавр. Я думал, что это Йети, если честно. Но пускай будет минотавр. Но он мощный. Это самая мощная единица, по-моему, которая у нас вообще может появиться. Его, конечно же, добавляем. Убираем вот это вот. А этого добавляем. Дальше пошел я. Я буду всех сносить здесь. Всех мне неугодных, потому что нам нужно прокачаться более-менее. Так, звери против зверей. Испытание. Пора снова проверить свои силы в славном бою. Сейчас ты проверишь свои силы в славном бою. Ага. Пока нормально зажигаем. Блин, ну ты медведь, ты здоровый, ты, я не знаю, у тебя должно быть столько хп, но я его не вижу. Его разбирает как сосунка. Давай по чесноку скажем. Так, вот медведица идет. А почему мне ее тогда не дали? Сказали же, что дадут мне медведицу. Что она ко мне присоединится? Не присоединилась она. Сейчас я этого минотавра буду вызывать. Сейчас, 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 только накоплю энергии. О! Он медленный, конечно, очень, очень медленный. Ну еще он, ну вот что вот он встал? Какого лешего ты стоишь-то там? Ничего не делаешь, не понимаю. Минотавр, так дела не делаются. Встал и стоит. И в ус не дует. Чудной ты, конечно. Так, выдвигается опасная волна. <с
Я этих с испуга не вывожу. Точнее, не отпускаю. А, кстати, а я барабанщик-то поставил к себе в команду? Миссия выполнена. Как обычно, враги дрогнули передо мной. Слушай, у меня такое ощущение, что я забыл поставить барабанщиков к себе в команду. Потому что он за все это время даже не выпал мне. Паучок? Паучок какой-то выпал мне. Так, подожди секунду. А я действительно к себе не поставил этих. Что это такое? Ну-ка. Подожди, сведения хотя бы. Воин ближнего боя периодически стреляет во врагов паутины и замедляет их. Ладно, возьмем. Убираем пчелку. Точнее, осу. И где у нас эти барабанщики-то? Вот они. Угу. Так, пойду прокачаю хоть что-нибудь. Так, а мне бы, наверное, паучка... Нет. Паучка вот этого качнуть, наверное, надо. И хотя бы разочек... они от 548 идут, да? Деревушка... Верхушки кроны. Так, идите сюда. Проклятая орда. Вы думаете, я вас отпущу? Нет. Давай проверим. Проверим сейчас свою мощь. Так, совушка. Побежали. Аккуратненько уходим. А вот эти ребята прикольные. Они хотя бы метают отравляющими этими этими какими-то ой, видишь, что они делают? Ауч. Блин. Мы не справились. Прыгающий скелет. Да ему башня там помогает. Еще тебе тут не хватало, карга ты старая, а? Сейчас помахаю там. Ну зачем ты это сделал? Побежали, побежали, побежали. Так, отступим. Паучка позовем. Вот это, конечно, прикольно, что он просто всех берет и в паутину запутывает, и они ничего не могут сделать. Ну, дальники, конечно, ребята, как бы могут стрелять, продолжать тебя. Ярость очень слабая у нас, поэтому и атака не особо хорошая. То есть не прокачано получается. Сколько? 7 волн побеждено, да? Очень быстро метают они что-то свои топорики здесь. Ну видишь, что бесполезно к ним подходить. Они в ближнем бою меня ушатывают. А этим силиться некуда. Твою налево. Они подошли практически вплотную ко мне. Мне надо восстановить здоровье. Очень слаб медведь этот. Ничего не могу сделать. Я прям пытаюсь изо всех сил, из последних даже, скажем, сил противостоять.
Так, хильнемся, наверное. Паучок. Оу-оу-оу, тихо, ты куда? Демонов-то этих еще. Смотри, что они сделали. Да неужели успел йети поставить? Фух. Еще бы чуть-чуть и все, ребят. И нас, наш бы кристалл просто в хлам бы разнесли. Выстоял? Опа. А, это черепаха. Это черепаха. Ну-ка, что это такое у нас? Воин ближнего боя при призыве прикасается к месту... А, приковывает к месту всех союзников поблизости и дарует им мощно восстановленное здоровье и брони. Возьмем. Так, а кого нам тут выкинуть? Угу. Это убираем, это добавляем. Готово. Ох, нам надо найти кого-то помягче, послабже. Давай, наверное, сюда пойдем. Ракочущий хребет. Третьего уровня, я думаю, что справимся, наверное. Привет, дворняги. Хотите бросить вызов мне и моей горе? Ваше право. Но я сомневаюсь, что вы в этом преуспеете. Бродяги. Ох. О, да, тут что-то как-то... А что, так и будут валуны кататься? На нас несется гигантский валун. То есть вот так оббегать, да? Мне нужно найти другие безопасные места дальше по тропе. Я также могу призвать воинов, чтобы они разрушили валуны. Ну, первый хороший воин это будет, естественно, вот этот. Согласись. А интересно, а паутина? Да не, какая паутина? Паутина не сможет, наверное. Идем сюда. Опа, 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 он не дурачок. Давай, давай, давай. Где там черепаха-то? А что это за кристалл? А что кристалл-то этот дает, не пойму. Барабанщик, тебе сейчас по барабане тут. Ага, ну это... Я понял, просто здесь стою. Войны, да, войны вроде бы как уничтожают валун. Мы успеваем завалить этот камень. Так что все хорошо. А он не так много урона, кстати, наносит. Так что... Единственное, что да, их дофига здесь. А, это сундук. Я сюда пришел, чтобы... Я думал, что сундук смогу взять. Я впечатлена тем, что ты смог добраться сюда. Но сейчас мы начнем твое последнее испытание. Схватку со мной вождем этого племени. Что ж, давай. Подходи и сразись со мной. А, мы один на один. А куда ты? Неплохо, детеныш. Ты храбрый боец и славный лидер. Племя Каменного Клыка поддержит тебя в борьбе с проклятыми. Столько понтов. А по факту чик-чик и готово. Вот она, медведица.
Мы так впечатлили мать-медведицу, что она отправила с нами своих элитных боеведей. Дружище, кажется, тебе это не очень нравится. У матери-медведицы сильные объятия. У меня ребра болят. Осталось племя пера. Давайте отправимся на юг острова. Деревня Верхушки Кроны. Отправляйтесь в деревню Верхушки Кроны на юге острова. Вам придется убить генерала Флинта из племени пера, выступить с вами против демонов. Вот оно, значит, как. Генерал Флинт. Ну что ж, придется его убеждать. Так, а я еще хотел... Барабанщик, да? А вот это что такое? Ага, вот она, Верхушка Кроны. Давай. Король Бульви? Какая честь, господин? К делу, генерал, у нас мало времени. Дозорный такой. Эти адские бесы разоряют наш город, все горит. Что будем делать? Возьмите с собой нескольких моих лучших воинов. Потушите все, что только сможете. Другой отряд я возьму с собой, и мы разберемся с гнездом бесов. Хороший план, генерал. Встретимся на другой стороне деревни. Желаю удачи. И вам, господин. Угу, котлы с водой. У этих бесов нет шансов. Мы можем достать воду в реке или из водонапорных башен. За мной. Погнали. То есть для начала нам нужно набрать воды. Так, воду придется набирать. И этим самым тушить пожары. Пожар потушен. То есть надо брать с собой на всякий случай еще воду. На тот случай, если впереди еще увидим пожар. А пожар я уже вижу. Так, из водонапорных башен он... Ага, вот. Ох, ё. Тут еще и пещера. Ой, пещера. Башня у них. Не понял, что за окружение. Давай, 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 бомбашим. Ни шагу назад. Так, все, да? Все. Пожар потушен. Я немножко не понимаю, почему они с разных сторон на меня лезут. Так, мне сюда нужно идти или нет? По идее, нужно. Чтобы потушить пламя. Причем два раза. Ладно, сейчас потушим там. Это первое. Да что ты делаешь-то? Это первое, и вот здесь еще. Угу. Они все равно все соединяются, да, между собой, я понял. Хм, а это что такое? Защищайте деревню от демонов. Ну, если от него одного, то я думаю, что я с ним справлюсь.
Не справился. А, камень синий, это сейф. Так, мои тут еще подтягиваются, но это хорошо. Так, а что, не бьем-то? И все? Тебя умоляю. Это не демон, это паршивец какой-то. Вот, вон, отсюда ужасные создания. Мы победили, пожары потушены. Точно, кажется, все жители деревни успешно выбрались. Да, я приказал им спасаться при первом же признаке опасности. Тебе удалось спасти нашу деревню. В благодарность я дам тебе лучших боевых сов. Спасибо, береги себя, напарник. А вот она, звериная дружба, Зверополис, к макарек. Еще и уровень получили. Отлично. Невероятно. Племена зверей объединились. И, к счастью для вас, я знаю дорогу в проклятые земли. Лавиня, вот она. Истинный ее вид. Это проклятая королева. Она следила за нами. Успокойся, здоровяк. Я больше не проклятая и не королева. С чего бы нам тебе доверять? Смотрите. Я помогу вам захватить доки у мангровой заставы. С помощью этих кораблей все ваши войска сможет спуститься вниз по реке. Хороший план, но если я почую неладное, ты отправишься вниз по реке без лодки. Кипарисовый мыс. Воины проклятых бросили якорь у кипарисового мыса. Помогите Лавине справиться с ними. Да я думаю, справимся. Такс. А чем эти совы круче тех, что у меня были? Да, по-моему, ничем. Улучшил он меня. Улучшил он меня, называется. Я тебе говорю, дам лучших своих сов, которые у меня уже были. Ладно. Я сейчас еще, друзья, тут проверю кое-что. В общем, здесь я зачистил все. Получается. Так, секундочку. Седьмой уровень. Седьмой. Подожди. Так, второй, пятый, седьмой. Вот эти вот нам не нужны. Но мне пока заменить не на кого. А, как это не на кого? Как это не на кого? Все, вот теперь все. Ну что ж, давай посмотрим еще где-нибудь. Есть противники? Так, мне вниз спуститься. Вот. Имперские разведчики. Что они тут делают? Какую разведку? Я не знаю. Проучить. Просто проучить их. Без лишних, как говорится, слов. Давай, давай ты. Бежит, бежит, бежит. Паутинка. Отлично. Паутинка работает как надо. Этот чувак, который у них там с бомбочкой, он даже ничего не успевает сделать. Он даже не успевает поджечь фитиль. Ой-ой-ой, у меня хп-то мало. Чего? Блин, нас что-то тут, по-моему, как-то стесняет чуть-чуть. Притесняет. Да не чуть-чуть, а хорошо притесняет. Башня его вот мешает вот это вот.
Сейчас они с ней разберутся. Если разберутся, еще непонятно. Ай-яй-яй. То я и боялся, что и отхил будет, и все. О! Что-то туго. Так, давай филина возьмем. Черепаху. Спугаем? Спугаем. Да они какие-то... Да понятно, что я погиб. Да ладно, я не могу справиться с этим. Да вот эти вот бесевые, вот. И баллисты, которые бомбят вон. Ты посмотри, они просто броню себе настакивают, и все, я ничего сделать не могу. Не успеваю просто. Неужели? Наконец-то. Оху, эти жулики пали при виде истинной славы, да? Весь бой там на этом, на откате просидел. Так, это... Кто это какие-то, кстати? Что-то новенькое, по-моему. Что это такое? Так, воин ближнего боя, который периодически сокрушает ближайших врагов. При входе в режим скрытности перезаряжает... Сокрушение сбрасывается. Слушай, ну у меня есть одна идейка, вместо кого их поставить? Вместо вот этих вот. Этих убрать с палочками. А вот этих тогда получается добавить. Иди сюда. Повелитель скелетов шоркается здесь. Ну да. Почему этот слабак бросает вызов королю? Нужно разнести этот камень вдребезги. Ну, по этим делам ты мастак, ты хочешь? Ну, тот же самый мышь, только он, ребят, вон, с щитом. О, усиленный, короче. Будем пытаться. Так, сейчас я еще этого кролика позову, который бомбами ядовитыми бросается. А вот и камень души. Есть. Самый, как говорится, легкий вариант по накоплению опыта. Так, вот я думаю, что стоит ли мне вот тех демонов крушить, или... Но тут абсолютно все зачистили. Значит, я предлагаю вот этих еще. Демонический лорд. Демонический лорд. Ага, вижу, вон он стоит. Я не знаю, почему он бросает нам вызов, но его надо валить. Easy prey. Тут все, тут вообще, ребят, без комментариев. Смотри. Просто разнесли. Хлам. До свидания. Лорд демонов. Так назвался еще, лорд демонов. Который тут же получил по щам. Так, прокачка. Подожди, какая... А я его даже не прокачивал, что ли?
Я его даже не прокачал, только сейчас прокачал. Понял. Значит, давай сюда. Кто-то спрашивал: Рэй, эта игра только на iPad? Нет, ребята, эта игра еще и на ПК. Есть порт на ПК. О, король Булви, хорошо, что вы здесь, господин. Ага, что случилось? Нас атаковали имперские солдаты. Похоже, этим имперцем управляют проклятые. А этот портал истощает ядовитый газ. А, проклятая магия. Ну что, попробуем на этот раз с ними справиться. Ой-ой-ой, что-то тут. Ну хотя бы башню снесли, уже хорошо, ребят. Так это магия, я думаю, что там? Бомбит по мне издалека. Блин, на этом... В этом газе находиться не стоит, ребята. Он уничтожает нас, ну, наносит урон. Поэтому лучше вот здесь с ними стоять и драться. Ну, маги, конечно, да, маги вымораживают. Мага придется выйти и валить отдельно. Победа в моих руках, этих глупцов больше нет. В тот раз я, ребята, просто пошел не вовремя, поэтому там невозможно было их победить. Слушай, какой-то новый вид черепах нам дали. Заклинатель, который превращает негативные эффекты, наложенные на союзников, в их ускорение. То есть, ну, маг. Заклинатель, да? Куда же тебя взять-то? Я даже уже и не знаю. Тут все забито у меня. Да. Давай, наверное, вот это уберем. Вот это вот добавим. Так, кристальная шляпа. Иди сюда. Куда ты поскакал? Демоны, разведчики. Убегают они уже там от меня. Вот сейчас я с вами тут разбираться буду. Давай, браток, устрой-ка им переполох в лесу. О, даже как. Только не лезь вперед, пожалуйста, черепаха, не лезь вперед. Есть контакт. Барабанчик, да? Так, паучок. Тут вообще уже на изи пошло. Просто разносим всех. Вряд ли кто-то здесь вообще сможет у них вырваться. Судя по нашему напору. Победа. По-другому и быть не могло. Ох ты. Зайцы-лучники. Вы серьезно? Чё-то я таких не помню. А ну-ка.
Воин дальнего боя дарует себе и случайному союзнику поблизости скрытность всякий раз, когда рейнджер покидает бой. А у него атака хороша. Вот вместо кого его ставить, я не знаю. Давай вместо вот этого рыка ярости. Ну что же, я готов. Я готов идти на следующий поединок. Кипарисовый мыс. Нежить. Пришло время доказать свою верность, волшебница. Помоги нам прорваться через баррикады, и мы выметим этих проклятых издоков. Сокрушим этих холухов. Улови не свои, да? Амбиционная месть. Вылечу тебя, как смогу. Слушай, ну противник такой не слабый идет. Хотя по уровню 5-й левел всего лишь задание. Не знаю. Так, тут еще какие-то шипы. Что случилось? Отличная работа. Первая баррикада разрушена. Мы расчистили путь для повозки. Выдвигаемся. Для повозки. Повозка тащит камень. Ну ладно, допустим. Зомби-камикадзе тут стоит еще. Вот он, наверное, самый бесявый из всех. Своим взрывом наносит очень много урона. Давай, давай, давай. Минус башня. Еще... Или что у нас тут? Хорошая работа, волшебница. Мы прорвались. Не думаю, что это конец. О, чет. Тур Мардука завлекает народ. Каждый, кто помешает, вылетит с площадки. У нас тоже есть нормальные воины. Мы его заморозили. Вот и все. Даже пикнуть не успел. Просто весь бой в заморозке постоял. По-моему, проще парень на репы. Неплохо сработано, боевой маг Лавиния. Твоя преданность в борьбе с Мардуком поражает. Теперь, когда я исцелился, я вижу, что все это моя вина. Еще есть время все исправить. Вот оно как, да? Исправить она захотела все. 9-й уровень. Хороший бой, чародейка. Ты помогла зверям и заслужила мое доверие. И флот тоже. Флин и Вега должны быть уже в проклятых землях. Поднять паруса. Угу. Так, вернитесь в поместье Лавинии, чтобы отыскать ее шедевр. Песнь призывающего, нужная для борьбы
над Мордуком. Песнь. Гнилые истоки. Мне надо вот сюда, получается? Обитель пагубы. Хорошо. Кто бы мог подумать, что я снова окажусь здесь. Добро пожаловать в обитель скверны. Здесь прошло мое детство. Чтобы победить Мордука, мне нужна песнь призывающего. Она спрятана где-то в руинах. Угу. Мордук выставил охрану у входа в здание. Сейчас я знаю другой вход. Через склеп. Ну, конечно же. Ладно. Пойдем через склеп. С возвращением, Лавиния, мы вас ждали. Мне нужно защитить этих домушников. Я думаю, что это я могу и обеспечить. А? Лавинии-то это обеспечим? Твою дивизию прет. Оу! Так, мне бы ледяного голема бы позвать. Вот он. Родненький мой. С кем вы там деретесь, я не могу понять. Так, нам что, надо сюда? Защищайте Лавинию. Ага, я понял. Черт, здесь ничего нет. Стоит подняться наверх и осмотреть главную библиотеку. А что она ищет? А, песнь призывающего. Все, понял. Лавиния, ну вот куда ты без меня-то там бежишь? Твою налево, опять голем. А Лавиния хоть лечит или что она делает? Не понял, а что он здесь делает? Ничего, на два фронта работать и там и сям, блин. Хорошо придумали, блин. Так, надо медведя призывать тогда. А лучше не медведя, а лучше ледяного этого минотавра. Так, иди смотри там свою библиотеку. Мы в этот момент должны защищать ее. Снова никаких следов. Песни призывающего. Где же она может быть? Есть еще одно место за мной. Есть еще одно место. Куда он побежал, дуралей-то этот? Скелет такой задумался, сидит.
У Лавини мало здоровья, блин. Надо как-то, я не знаю, подхилять ее, что ли. Все, бежит вперед всех, как я не знаю кто. Этот голем еще отравляет местность. Так, ну что, иди читай. Только не говори, что и здесь нету. У тебя очень мало хп, Лавини. Очень мало хп. Защищайте Лавинию. Ну. Нашла. Песнь у меня. Не так быстро. Неужели вы думали, что Мардук просто так позволит вам уйти с песнью призывающего? К счастью для него, это место полно призраков прошлого. А это кто? Говорит. Опа! А теперь мне нужно избавиться от твоих дружков. Тенпагубы. Ты что-то новенькое, друг. Нет. Время взглянуть в глаза своим демонам, Лавиния пагубная. Победить тень. Я не совсем понимаю, что я вообще делаю. Потушил, что ли, ее? Был ведь ты цел. Ничего такого, чего не исправить сытным обедом. Хвала небесам, песнь призывающего меня. Давай выбираться отсюда. Сейчас, что это было в конце, я не понял. Ну, слава богу, победили мы эту... Тенпагубную. В столь трудное время, герои, верну... А почему она тут? Все успокойтесь. Верите или нет, Лавиния тот маг, который нам нужен. Послушайте, я знаю, что виновата, но я могу все исправить. Я могу сыграть песню призывающего. Ладно, но когда все закончится, Лавиния, ты ответишь за содеянное. Я наберусь мужества, Вега, но сначала давайте найдем Мардука. Дьявольский фестиваль. Мардук планирует спустить свою армию демонов во время величайшего рок-концерта. Нужно испортить его праздник, пока не стало слишком поздно. Секёш? А можно мне где-то улучшиться? Можно. Нет, 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 нет. Тебе я улучшать точно не буду. Ты так у нас нормально улучшен. Этих, может быть, чуть-чуть. И вот этих чуть-чуть. С остальными пока. Нет, ну в принципе, ребята, что нам мешает? Давай немножечко заберем опыта и немножко это поднакупим денег для улучшения. Нам как бы опытные бойцы нам не помешают, сам понимаешь, да? Всех в труху. Как паучок выходим и паутину, правильно. Так, побеждено всего лишь две волны. Надвигается опасная волна. Мне кажется, у них шансов здесь нет против меня. Конечно. Просто бесполезные
Имперцы. 10 уровень. Насколько я помню, 10 уровень это максимальный левел ап, который можно получить в этой игре. Значит, нам надо двигаться вот... А, подожди, прокачку-то. Прокачку, прокачку. А я этого что, не прокачивал даже? Серьезно, он как у меня первый... А, не, подожди, подожди. Вот он, 5 уровня, что вы? Все у нас прокачано. Барабанщик Джонни. Ну, здесь получается, что... Что все. Пошли тогда на грандиозный рок-фестиваль. А, дьявольский фестиваль. Че, вот так вот без слова? Вот и все. Мне нужно подобраться к Мардуку, чтобы исполнить песнь призывающего. Я могу воскресить тебя, но не себя. Тогда прикрой меня в этой толпе. Прикрыть тебя в этой толпе? Эй, стой! Тебя нет в списке! Нет причин для паники, с вами Флинн Даймонд. Наверняка в списке гостей есть тот самый Флинн Даймонд. Как всегда, со своими понтами. Куда? Вот. Щеглазадый. А, так мы тут все объединились. Тут и Вега у нас в помощь идет. Понял. Они прорвались в вип-зону, остановите их. Вряд ли у вас это получится, остановить нас. Так, Вега, молодец, красава. Ой, что-то я увлекся. Спасибо, Лавине. Щедро с вашей стороны. Ой, ты куда побежал-то? Идеальное место для ритуала. Прекрасная акустика. Разберитесь с фанатами Мардука, тогда мы займем оборонительную позицию. Ага. Что там у нас? Хорошо, мы готовы. Нужно выманить сюда Мардука, только не торопитесь. Возьмите это заклинание, они помогут замедлить Мардука. Удачи, зверь, я на тебя рассчитываю. Мне нужно выманить Мардука. А куда? Эй, Булви, с чего это ты веселишься в одиночку? Не позволю. Я останусь здесь и буду сдерживать демонов. Задержите Мардука в пути. Пути. Ага. А, ты здесь ради шоу, верно? Ты противишься моей чарующей музыке, а вот у твоего дружка Флина вкус гораздо лучше. Понял. Музыка и правда заедает в голове. А-а-а! Сразись со мной, глупый зверь! Тебе не взять Мардука! Ну, это мы еще посмотрим. А чё? А-а-а, моя голова!
Прости, пушистый зверь, думаю, мне надо прилечь. О, тебе удалось вбить ему в голову немного здравого смысла, верно? Что ж, пора начинать долгожданное шоу. А я же его победить не смогу, да? Серьезно? Вот так вот просто в щепки взял нас и снес. Да что ты будешь делать-то? А, мне нужно его сдерживать, 127 секунд. Все, я понял. Да ядрен матрет, ты посмотри, как он тут апокалипсис делает. Да твою-то... У него еще здоровье восстанавливается обратно, да? Да... Вот эту штуку, что он делает, это, конечно, жесть, ребят. Ребят, 40 секунд. Ну куда ты? Он сейчас завалит. Пипец. Офигеть, блин, чертов мордук, блин. Давай опять, ё-моё. Да просто, блин, тупанул. Вот и все, ребят. Просто элементарно тупанул. Да иди ты. Да еще обидно, что Флина сразу же уничтожили, блин. И армию он, конечно, там мою сносит просто на изи своими этими суперударами. Там не хватило буквально чуть-чуть. Я постоянно не контролирую вот это вот здоровье свое. Сейчас будем делать все немножко по-другому. Так, пошли вниз. Да я понял. А что это за заклинание? Что оно делает? Он говорил замедлять. Я не видел, чтобы оно замедляло кого-нибудь.
Так, нам сейчас еще с ним драться придется. Да, я знаю, знаю, что у тебя там с головой все не в порядке. Да, с этим разобрал. Вот сейчас он выйдет, блин. Начинается. Побежал. Он сразу начинает, смотри. Он вообще, он просто, ребята. Ну куда ты побежал? Ну ёпарасете, блин. Он слишком быстро, ребят, идет. Я не успею такого задержать. А куда он побежал-то? У меня вопрос, он куда побежал? На самое начало, что ли? Хе-хе, что с ним случилось-то? Слушай, ну это круто, что он побежал на самое начало. Это очень круто. Тогда нам хватит времени. Так что, надо было две капельки одновременно, что ли, применять, а не по одной. Он только в этом случае у меня побежал обратно. Видишь, он как будто в страхе. Что-то закашлял там, кашляет. Отлично. Так, пошел, пошел, пошел. Ну-ка, еще разок. Видишь, он что-то, типа. На тебе еще. Мы его то ли ослепляем. Эй, черепашку развалил мою. Бедненькую. Восемь секунд осталось. 8 секунд. 4, 3, 1. Тур окончен, Мордук. Прости, на бис не выступишь. Отправляйся обратно в партер. Че ж не показали-то, как мы его. Когда лорд Мордук подходит к лавине, песнь призывающего уже почти окончена. Наши герои вступают в последний бой, но Мордук кажется слишком силен. Внезапно Лавиния заканчивает песню и открывает портал в рухнувший мир. Мордук исчезает в портале, но по пути хватает Лавинию. И опять ее силы проклятых разбегаются, оставшись без лидера. Наши герои выходят на поверхность и встречают новый, полный надежд, день. Конец. В общем, опять Лавиния попалась к нему в лапы. Кампания завершена. Блестяшки 6000. Поздравляем с завершением кампании с героем Король Булви. Держите немного валюты для многопользовательской игры.
Вот, в принципе, друзья, и все. Враг повержен. И все стало на свои места. Ну что ж, друзья, на этом я буду завершать эту игру. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.